Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Я часто подвергаюсь критике, что у меня мало танцевальных песен, поэтому я решил исправиться и написал сугубо танцевальную вещь с названием «Тогда пляши, когда играют». Я уверен, что она очень понравится тем, кто любит ходить в магазин, когда он уже закрылся, и тем, кто решает жарить шашлыки, когда дрова уже сгорели. Но особенно, я уверен, она понравится тем, кто взялся есть орехи, когда зубов уже не стало. В общем, получилась прекрасная танцевальная вещь. Надеюсь, она станет хитом среди всех успешных индивидов, кто очень догадлив задним умом после того, как поздно пить боржоми. Песня прозвучит в эфире 20 апреля в 18:30. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый танцевальный хит от группы Волощука СД, исполненный, как и все предыдущие хиты, в стиле новый хард-рок. До встречи, друзья! Не опаздывайте!